Велика разность между христианами и людьми мира сего. Одни, имея в себе духа мира, в сердце и в уме связаны земными узами, а другие вожделеют любви небесного Отца, Его единого, имея предметом всех своих желаний. У христиан свой мир, свой образ жизни, и ум, и слово, и деятельность свои. Инаково же и образ жизни, и ум, и слово, и деятельность у людей мира сего. Иное христиане, иное миролюбцы. Между теми и другими расстояние велико. Ибо обитатели земли, чады века сего, уподобляются пшенице, всыпанной в решето земли сей, и просеваются среди непостоянных помыслов мира сего, при непрестанном волнении земных дел, пожеланий и многосплетенных вещественных понятий. Сатана сотрясает души и решетом, то есть земными делами, просевает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам заповедь и подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными обольстительными и метущимися помыслами всех сынов века сего просевает и приводит он в столкновение в решете земном. Как пшеница в решете у просевающего бьется и взбрасываемая непрестанно в нем переворачивается, так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет, приводит в смятение и тревогу, заставляет приражаться к суетным помыслам, гнусным пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь грешный род Адама. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. Сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аз же молихся Отцу моему, да не оскудеет вера ваша. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31 и 32. Ибо сие слово и определение, изреченное Создателем Каину, явно. Стеняй и трясися, в тревоге будешь и на земли. Бытие, глава 4, стих 12. Служит в тайне образом и подобием для всех грешников. Потому что род Адамов, приступив заповедь и соделавшись грешным, принял на себя в тайне сие подобие. Люди приводятся в колебание непостоянными помыслами боязни, страха, всякого смущения, пожеланиями, многообразными всякого рода удовольствиями. Князь мира сего волнует всякую душу, нерожденную от Бога, и как пшеницу, непрестанно вращающуюся в решете, разнообразно волнует человеческие помыслы, всех приводя в колебание и уловляя мирскими обольщениями, плотскими удовольствиями, страхованиями, смущениями. И Господь, показывая, что последующие обольщением и хотением лукавого носят на себе подобие Каинова лукавства, и, обличая их, сказал: «Вы похоти отца вашего хочете творите. Он человекоубийца бей из кони, и воистине не стоит». Евангелие от Иоанна,
Глава 8, стих 44. «Посему весь грешный род Адамов втайне несет на себе оное осуждение. Стеня и трясясь, будете тревожимы в решете земли, сеющим вас сатаною. Как от одного Адама распространился по земле весь род человеческий, так одна какая-то страстная порча проникла во весь грешный род человеческий, и князь злобы один в состоянии сеять всех непостоянными, вещественными, суетными, мятежными помыслами. И как один ветер может приводить в колебание и кружение все растения и семена, и как одна ночная тьма распростирается на целую вселенную, так князь лукавства, будучи некую мысленную тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обуревает и кружит весь на земле человеческий род, непостоянными помыслами и мирскими пожеланиями улавляет человеческие сердца, тьмою неведения, ослепления и забвения наполняет всякую душу, нерожденную свыше и мыслью, и умом не преселившуюся в иной век, по сказанному: «Наше же житие на небесех есть». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. Сим-то истинные христиане отличаются от всего человеческого рода, и, как сказали мы выше, велико расстояние между христианами и прочими людьми. По елику ума разумения христиан всегда заняты мудрствованием о небесном, по общению и причастию Святого Духа созерцают вечное благо. По елику рождены они свыше от Бога, в самой действительности и силе сподобились стать чадами Божиими. Многими и долговременными подвигами и трудами достигли постоянства, твердости, безмятежия и покоя. Не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетными помыслами. То сим самым выше и лучше они мира. Потому что ум их и душевное мудрствование пребывают в мире Христовом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая о таковых, сказал, что пришли они от смерти в живот. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Поэтому отличие христиан состоит не во внешнем виде и не в наружных образах, как многие думают, что в этом вся разность, и что самые христиане различаются между собою внешним видом и образом. И вот они и умом, и разумением уподобляются миру. У них, как и у всех прочих людей, тоже колебания и неустройство помыслов, те же неверие, смятение, смущение, боязнь. Хотя отличаются они от мира наружным видом и мнениями, также некоторыми внешними заслугами, однако же в сердце и уме связаны земными узами, не приобрели сердцу своему упокоения от Бога и небесного духовного мира, потому что не взыскали и не уверовали, что сподобятся сего от Бога. Обновлением ума, умерением помыслов, любовью и небесную приверженностью ко Господу от всех людей в мире отличается новая тварь – христианин. Для того было и пришествие Господне, чтобы истинно уверовавшие в Господа сподобились сих духовных благ. Христианам принадлежат и слава, и красота, и небесное неизглаголанное богатство, приобретаемое трудом, потами, испытаниями, многими подвигами,
но не иначе, как при Божией благодати. И лицезрение земного царя вожделенно всякому человеку. Кто не приходит в царственный город, всякому желательно, хотя взглянуть только на лепоту его, или на убранство одежд, или на великолепие порфиры, на красоту разновидных жемчугов, на благолепие диадимы, на драгоценность царских его отличий. Разве только живущие духовно невысоко ценят сие, потому что опытно изведали иную, небесную и неплотскую славу, уязвлены иную неизреченную красотою, имеют часть в ином богатстве, живут по внутреннему человеку, причастны иного духа. А людям мира сего, имеющим в себе духа мира, весьма вожделенно увидеть земного царя, особливо же во всем его благолепии и во всей славе. Ибо в какой мере жребий царя видимым величием много превышает жребий всякого другого человека, в такой же мере и славно и вожделенно всякому, хотя только увидеть его. И всякий говорит сам в себе: «О, если бы и мне кто дал эту славу, это благолепие, это убранство!» Так ублажает он человека, подобного себе, земного, подобострастного, смертного, но возбуждающего желание его временным благолепием и временную славу. Но если плотским людям столько вожделенна слава царя земного, то люди, на которых уканула оная роса духа божественной жизни и уязвила сердце божественную любовью к небесному царю Христу, тем более привязываются они к оной красоте, к неизглаголанной славе, к нетленному благолепию, к недомыслимому богатству истинного и вечного царя Христа. Они отдаются в плен вожделению и любви, всецело устремляясь ко Христу, и вожделеют улучить те неизглаголанные блага, какие созерцают духом, и ради сего ни во что вменяют всякую на земле красоту и славу, и благолепие, и честь, и богатство царей и князей. Потому что уязвились они божественную красотою, и в души их уканула жизнь небесного бессмертия. Посему и желают единой любви небесного царя, с великим вожделением его единого, имея пред очами. Ради него отрешаются от всякой мирской любви и удаляются от всяких земных уз, чтобы возможно им было сие одно желание иметь всегда в сердцах и не примешивать к нему ничего иного. Но очень немного таких, которые с добрым началом соединили добрый конец, непреткновенно дошли до цели, имеют и единую любовь к единому Богу и от всего отрешились. Многие приходят в умиление, многие делаются причастниками небесной благодати, уязвляются небесную любовью. Но не выдержав встретившихся на пути различных борений, подвигов, трудов и искушений от лукавого, по елику у каждого есть желание любить что-либо в мире сём и не вовсе отрешаться от любви своей, возвратившись к разнообразным различным мирским пожеланиям по слабости и недеятельности или по боязливости собственной своей воли или по любви к чему-либо земному, остались в мире и погрязли в глубине его. А те, которые действительно намерены до конца проходить доброе житие,
должны прионы небесной любви не принимать в себя добровольно и не примешивать никакой другой любви и приверженности, чтобы не положить тем препятствия духовному, не возвратиться вспять и, наконец, не лишиться жизни. Как обетования Божии велики, неизглаголанны и неисповедимы, так потребны нам вера и надежда и труды, и великие подвиги, и долговременные испытания. Немаловажны те блага, какие уповает получить человек, вожделеющий небесного царства. Со Христом желает он царствовать бесконечные веки. Ужели же не решится с усердием в продолжение краткого времени жизни сей до самой смерти терпеть борения, труды и искушения? Господь взывает: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, повседневно радуясь, и по мне грядет». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. И еще: «Аще кто не возненавидит отца, матерь, жену, чад, братью и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть и ученик». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26.